Друзья, всем привет, это Зыков Виктор. Хочу показать вам, как я пришел собрать камыш. Ну, не камыш точнее, а вот этот тростник. Он мне нужен для одного моего проекта. Возможно, позднее я покажу, что это за проект, если получится. Вот. А пока просто хочу показать, как его зимой можно собрать. Ну, конечно, не в промышленных масштабах, а так, если охапка вам нужна, то вполне рабочий способ. Вот у нас получается пучок. Собственно, собираем сколько нам надо, складываем и получаем вязанку. Смотрите, друзья, чуть-чуть поработав, я нашел более эффективный способ, как быстрее и большие пучки собирать. Все очень просто. Мы не собираем пучок, а просто пилой спиливаем и рукой вот так все сдвигаем в одну сторону. В общем, смотрите. Прямо по льду надо пилить, чтобы пила по льду шла. Вот таким способом мы за 30 секунд получаем достаточно хороший пучок. И вот так прям полосками можно идти и выкашивать. Вот такую вот тележечку я себе сделал для велосипеда, чтобы возить ивовый прут. Также бревна можно перевозить, какие-то доски, ну и вообще все что угодно. В данном случае это тростник, я тут нарезал, мне нужно для одного нового проекта. Вот. Я с ней уже поездил осенью, с этой тележкой. Очень удобно, нагрузил и спокойненько едешь. Иногда она, конечно, если кочки, а вес сверху большой, по бездорожью она может завалиться на бок, но в принципе это не страшно. Вот, можно ее сделать и пониже, кто хочет себе такой же вариант, но я сделал ее повыше специально, потому что здесь снизу тоже можно что-то перевозить, просто я не доделал. Тут снизу надо сделать цепь, сюда можно подвешивать бревно. Такие устройства делаются для перевозки бревен, чтобы один человек мог перетаскивать. Вот, заезжает, значит, эта тележка на бревно, снизу цепляется цепь, бревно как бы, ну, поднимается, крепится здесь тоже дополнительно, и оно получается в висячем положении. Один человек спокойно его, ну, эту тележку руками перекатывает. Очень удобно и не напряжно. Вот такая универсальная штука получилась. Колеса я купил в магазине на рынке. Там для велосипедов всякое барахло продают. 800 рублей одно колесо стоило. Остальное все сварил уже из железок, раму. Вот такая штука. Мне очень нравится.